Суд установил, что в ноябре 2015 года директор предприятия заключил договор с компанией Екатеринбурга на поставку зерна. Однако свои обязательства по договору руководитель исполнять не собирался. Получив плату за зерно в размере более 14 миллионов рублей, часть он потратил на нужды предприятия, остальные перевел на счета других организаций, а поставку зерна он так и не произвел. Этот же руководитель отгрузил стороннему лицу 80 тонн зерна, который получил от индивидуального предпринимателя на хранение.